Будущее российского образования в центре внимания на нынешней смене Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». На Клязьме собрались молодые ученые и преподаватели экономических дисциплин. Сегодня их гостем стал Андрей Фурсенко. Помощника президента, в прошлом министра образования, спрашивали о его отношении к изменениям в высшей школе. Речь также зашла и о том, почему многие выпускники институтов не хотят работать по специальности. Большое количество студентов в российских вузах учатся на той специальности, которая им не интересна и по которой они в дальнейшем не собираются работать. При этом мы получаем то, что тратятся бюджетные средства. Люди, которые хотели бы учиться на их месте, не могут этого сделать. И в итоге самое главное, что мы получаем некомпетентных специалистов. Как, на ваш взгляд, можно решить данную проблему? Проблема не в том, что они занимают чьи-то чужие места. А проблема в том, что, к сожалению, не все люди, которые учатся сегодня в вузах, они функционально готовы к тому, чтобы успешно учиться. Они недостаточно подготовлены. Потому что сегодня они рассматривают получение высшего образования не столько как инструмент для профессионального роста, сколько как статусную вещь. Лучше, чтобы человек получил тот запас не знаний, а вот подходов профессиональных, которые ему в максимальной степени пригодятся при работе. Я считаю, что надо более общие знания давать на первом этапе и специализацию проводить уже ближе к концу, к окончанию знаний, чтобы человек мог переориентироваться.